Сегодня же на сессии собрания депутатов Римма Галушина принесла присягу и вступила в должность уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. Ее кандидатура была предложена главой региона Игорем Кошиным и одобрена депутатами на сессии регионального парламента. Клянусь защищать права ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством, уставом Ненецкого автономного округа, законодательством округа, справедливостью и голосом совести. После принесения присяги спикер собрания депутатов Анатолий Мяндин поздравил Римму Галушину со вступлением в должность и вручил ей служебное удостоверение уполномоченного. Римма Галушина отметила, что в новой должности она будет защищать права детей, содействовать восстановлению нарушенных прав и улучшать положение семей с детьми. Ранее должность детского омбудсмена занимала Татьяна Гашева. От собрания депутатов экс-уполномоченный по правам ребенка получила почетную грамоту за большой личный вклад в становление и развитие Института уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. Мое мнение, я бы вам поставил за вашу работу отлично. И в истории Ненецкого автономного округа вы войдете первый уполномоченный по правам ребенка. Это большая заслуга.